С 3 по 15 июля 2022 года в Ульяновске пройдет масштабное спортивное мероприятие – 8-я Всероссийская универсиада. Благодаря встрече губернатора Алексея Русских с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным была достигнута договоренность о приглашении участников Республики Беларусь и других дружественных стран для участия в событии. В региональном правительстве прошло заседание оргкомитета по подготовке к проведению универсиады. В регион приедет много гостей, это спортсмены, судьи, зрители. И времени у нас на подготовку осталось уже совсем немного. Также по поручению министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина в программу универсиады интегрируется Всероссийский форум волонтеров физической культуры и спорта, Академия лидеров волонтеров и заседание исполкома Общероссийской общественной организации Российский студенческий спортивный союз. Региону оказано высокое доверие со стороны Министерства спорта. Задача региона – оправдать доверие и на высоком уровне провести сразу 3 спортивных события. По словам главы региона, Ульяновская область всегда славилась качественной организацией спортивных событий. Генеральный секретарь Российского студенческого спортивного союза Дмитрий Киселев подчеркнул, что доволен тем, как в регионе готовятся к универсиаде. Все идет по плану, то есть как должно быть. Некая определенная дорожная карта существует, и, соответственно, предприятиями, которые в ней прописаны, все идет по плану, и то это уже здорово. Министр физкультуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров рассказал о подготовке к проведению летней универсиады. Открытие соревнований состоится на центральном стадионе «Труд». В торжественном параде примут участие ульяновские спортсмены и гости региона. Нам дано поручение проработки вопроса о приглашении дополнительных гостей. Это Белоруссия, это страны дружественные Российской Федерации. Значит, по гостиничным номерам, значит, вопрос отработан. Гостиничный фонд на сегодняшний день позволяет нам принять всех участников универсиады. Помимо этого, порядка 200 волонтеров будут принимать участие в съезде волонтеров. Он будет проходить 4 дня. Спортивные федерации и спортшколы Ульяновской области активно готовятся к событию. Директор спортивной школы Олимпийского резерва Патхэквондо рассказала о проведении финальных этапов соревнований по этому виду спорта в рамках универсиады. С 7 по 10 июля на базе спортивной школы Олимпийского резерва по тхэквондо по адресу улицы Железнодорожная, 18, будут проходить финальные поединки по тхэквондо. Всего запланировано 4 дня. 7 июля – первый день соревнований, это день приезда команд, комиссии по допуску, семинары судей, тренеров, жеребьевка и взвешивание. Второй и третий день – это предварительные и финальные поединки. Четвертый день – это день отъезда. Подготовка к универсиаде идет в плановом порядке. В мае наш город посетит комиссия Минспорта России, которая оценит готовность объектов и при необходимости вынесет свои рекомендации по корректировке. Валентина Никонова, Герман Баранов, Олправда ТВ.